разбор, играем шестой бас, зажимаем третий лад на первой струне, дергаем эту ноту, соседнюю, на втором ладу опять возврат на третий лад, возврат на второй лад и открытая струна, и открытая вторая затем идет. Ставим первый лад на второй струне и играем это с пятым басом. У нас получается вот так. После этого мы идем на третий лад, играем первую струну, опять первая, возврат на третий лад. И получается вот так. Если это соединить в быстром темпе, то должно прозвучать так. Дальше играется пятый бас, и то же самое играется, то же самое. Третий лад, второй, третий, второй, открытая, первый лад, вторая струна. И затем мы извлекаем вторую открытую и пятый бас, зажатый на втором ладу. Дальше мы играем мизинцем, желательно, третий лад, затем второй, опять третий и открытая. После этого идет повтор. Движемся далее. Значит, дальше все очень просто. Мы ставим на второй лад вот этот палец и играем вторую открытую и затем третью струну. Потом дергаем шестой бас. Еще раз показываю. Вторая открытая, третья дергается на втором ладу зажатой. Потом с басом шестым дергается вторая. Берется бас. Играется то же самое, только меняется бас уже на пятый здесь. То же самое играется, вторая, третья. И вот здесь уже мы добавляем еще второй лад, пятая струна. Потом это все повторяется. Все то же самое. Давайте дальше пойдем, чтобы время не терять. А дальше, значит, мы зажимаем на третьем ладу первую струну. Здесь играем шестая, третья, вторая и первая вместе. Потом идем на второй лад. И опять на второй лад. То есть у нас идет... Мы играем четыре звука. Шестая, третья, вторая, первая. Идет второй лад. Третий лад. И второе. Мы это сыграли. И дальше мы ставим вот такой аккорд. То есть мы зажимаем на втором ладу третью струну, на первом ладу вторую. И мизинцем зажимаем третий лад на первой струне. Здесь опять играем 4 звука, включая пятый бас. И здесь нужно сыграть быстро вот эту ноту. То есть мы должны первую струну сыграть достаточно быстро. То есть идет 2 раза первая струна, зажатая на третьем ладу. Потом мы убираем этот мизинец и ставим уже вот здесь третий палец безымянный. Тоже 2 раза его играем. И вот здесь такая фишка идет дальше. Мы должны вот с этого, со второго лада сделать слайд на седьмой. То есть мы вот делаем слайд на седьмой. И играем потом вот так вот. А сейчас побыстрее немножко сыграю, чтобы было понятно ритм. Это мы сыграли. И дальше мы также возвращаемся в первую позицию. Играем, значит, 2 раза первую струну. То же самое. Потом убираем мизинец, ставим второй лад первую струну. Играем ее 2 раза. Потом возврат идет на первую струну. И потом опять идет второй лад первая струна. И после этого мы зажимаем уже на втором ладу пятую струну. Здесь мизинец зажимает, это третий лад, первая струна. И здесь тоже мы играем быстро достаточно первую струну. Звук, зажатый вот здесь мизинцем, 2 раза играется, то есть первая струна с пятым басом. Еще раз, то есть мы играем 2 раза. Мизинец убирается, 2 раза играется. И один раз играется опять мизинец. И опять второй лад, первая струна. И идет бас. После этого идет повтор.
То есть мы повторяем начало. То есть вот здесь вот играем 4 звука. Шестая, третья, вторая, первая. Это у нас уже было, просто я сейчас играю повтор. И вот здесь идет на 7-й лад. На этом же ладу мы вторую дергаем струну. Потом играем дальше, значит, вот это, то, что у нас было. Первый, второй, третий лад, мизинец. Здесь играется 4 звука. Два раза играется вот эта первая струна. Дальше идет второй лад, первая струна, два раза. Здесь идет у нас, значит, третий лад, первая струна. И вот здесь, после этого, идет у нас, значит, второй лад, пятая струна, и тут флажолет можно сыграть. Или второй открытый. Ну, либо флажолет вот такой вот, на 12-м ладу. Ну, вторую открытую можешь сыграть просто. Раз. И вторая открытая. Дальше мы ставим пальцы в пятую позицию. То есть пятая позиция подразумевает, когда первый палец указательный находится на пятом ладу, это пятая позиция. Третий палец будет на 7-м ладу. Дальше играется так. Мы играем два раза 7-й лад. Два раза мы играем эту ноту. Потом 5-й лад, 7-й и 5-й. Значит, два раза 7, 5, 7, 5. Дальше мы ставим мизинец на 8-й лад. Играем вторую и шестую. Третья открытая. И идем на 7-й лад третьим пальцем. Играем эту ноту. И опять третья открытая после этого. После этого идет то же самое. Два раза 7-й лад. 5-й лад дергаем. 7-й, опять 5-й. И вот здесь мы зажимаем вот так вот. То есть, либо можем зажать барре на 5-м ладу и мизинец на 8-м. И играть 5-ю, 2-ю, затем 3-ю. И идет на 7-й лад 3-й палец. Вторую дергаем вторую при этом и третью. Либо мы можем барре не зажимать, а просто зажать мизинец и только одну ноту на 5-м ладу. Кому как удобно. То есть либо барре, это тоже можно использовать, либо просто указательный палец. Играется здесь 5-я струна басовая с мизинцем, который зажат на 8-м ладу на 2-й струне. Затем дергается 3-я зажатая на 5-м ладу и мизинец... Ой. После этого третий палец идет на 7-й лад второй струны. Играется вторая и опять 5-й лад, третья струна на 5-м ладу. И это повторяется два раза. То есть мы это играем еще раз. Дальше идет то же самое. Два раза 7-й дергается лад. 7, 7, 5, 7, 5. И вот здесь сложность в том, что нужно взять барре. На 7-м ладу. На 8-м ладу мы зажимаем вторую и третью струну. И играем вместе, значит, 6-й бас и вторую струну, которая зажата на 8-м ладу. Мы играем это вот так вот одновременно. 6-я, 2-я, 3-я струна, зажатая на 8-м ладу. И опять мы приходим на 7-й лад. Мы убираем палец. И у нас остается вторая струна. Она уже зажата на 7-м ладу. Мы ее дергаем. И затем дергаем третью струну. Она зажата у нас на 8-м ладу. Дальше идет вторая открытая. 6-й бас. То есть мы поднимаем барре и извлекаем вместе 6-ю и 2-ю. Ну, есть еще вариант, когда с бочкой играется. Я сегодня рассматриваю простой вариант. То есть бочка — это когда запястьем вы ударяете по деке. Дальше мы зажимаем на 8-м ладу мизинцем вторую струну. Играем с 6-м басом ее. Дальше идет третья открытая. И на 7-м ладу на 2-й струне играем опять вторую струну и третью открытую. Дальше у нас идет повтор того, что было. Два раза дергаем 7-й лад. 5-й, 7-й, 5-й. И вот здесь опять либо барре берем, либо... Первый палец на 5-м ладу третьей струны, мизинец на 2-й струне на 8-м ладу. Зажимается, значит, у нас вот такая вот позиция. Играется 2-я, 5-я вместе, затем 3-я. И мы убираем мизинец и ставим третий палец на 7-м ладу. И играем его 2-ю струну, затем 3-ю.
После этого идет то же самое, один в один, все. Два раза я играю. Седьмой, пятый, седьмой, пятый. Опять то же самое. И вот здесь то же самое идет на первой струне. И вот здесь нужно зажать на седьмом ладу барре и зажать еще на восьмом ладу третью и вторую струну. Играю, значит, одновременно шестая, четвертая, третья, вторая. Поднимаю вот этот палец, играю вторую струну и опять ставлю этот палец, дергаю вторую и поднимаю и играю вторую. Зажат уже барре, да, на второй. Все, дальше идет как сначала. Дальше идет все как сначала, один в один, то есть еще раз это повторим. Мы это сыграли как в начале, дальше мы ставим на второй лад пятую струну. Играется вторая открытая с пятой, дальше первая открытая, вторая открытая, бас. И зажимаем на втором ладу третью струну, играем. Сыграли вот ее. И опять первая открытая, вторая открытая и шестая. В более быстром темпе это все звучит так. Ну и дальше идет у нас повтор.